цветочки просыпаться. Сейчас подберемся к ним. Ссыла. С морозом замерзли. Беленькие, голубенькие. У кого-то уже отцветают. У нас еще только просыпаются. Желтенькие. Все морозом заморозило. Сиреневые только начинают вылезать. Сиреневые просыпаются. Пока все спит. Вот такой у нас уровень грунтовых вод. Высоко очень. Грядки у нас подняты сантиметров на 20 всего. Это все насыпное. Все привезено. Так вода стоит. Прошлый год я на этой грядке лук садила семенами. А сей год... Не знаю, глубоко сомневаюсь, что тут можно что-то посадить. Вот представляете, почему я яблони так сажу, да груши все поднимаю. Это вот так вода у нас стоит весной. Если это все не насыпать, то все благополучно сгниет и вымокнет. Это все у нас поднято насыпное все. Возим КАМАЗом, все поднимаем. Опилки, песок боровой. Бортик поднят, 20 сантиметров груши посажен. Это новая грядка. Летом я садила яблоню, показывала, там видео есть. Благая весть для длительного хранения. Вот эта грядка. Вот здесь не подняла. И клубника вся утонула здесь. Лед был здесь почти 10 сантиметров. Как бассейн образовался. Отсюда вода вся стекала. А доску морозом выперла. И не давала воде уйти. И здесь целый бассейн образовался. И вся клубника вымокла. Вот здесь новая клубника посажена, она выжила. Вон кустики. А здесь все сгнило. Решила показать, как цветет печеночница. Уже вторую неделю цветет. Морозы минус 12 были ночью. Вот цветочки подмерзли. И новые опять распустились. Минус 6 ночью было. Хоть бы что цветет. Вот какая сила жизни у людей, у цветов.